Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне вечером провели переговоры по телефону. Лидеры обсудили экономические взаимоотношения двух стран, совместные программы. Конкретные решения будут приняты уже в ближайшее время. Кроме того, поднимались вопросы об учении «Запад-2021», ситуации на границах Беларуси, сотрудничестве в области подготовки военных кадров и специалистов спецслужб. В школах Беларуси с нового учебного года появится факультатив «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Учить детей будут священнослужители, выпускники духовных семинарий. Дисциплина вводится в 5-6 классах. Учебник «Духовность и патриотизм» уже разработан Министерством образования и Белорусской православной церковью. Театр имени Дунина Марцинкевича в сентябре открывает 77-й сезон. Уже известен репертуар на первый осенний месяц. 11 и 12 сентября состоится премьера музыкальной сказки для детей «Как победить вирус». А 23 и 24 числа зрителей ждет лирическая драма «Феся и Янко». Приобрести билеты на постановки можно в кассе или на сайте. В Минске проходит Республиканский педагогический форум. Сегодня его основной день – на обсуждении развития высшего образования. В приоритете – качество обучения. На повестке также взаимодействие с организациями, заказчиками кадров. Вопросы поднимаются в живом формате, рассматриваются идеи по совершенствованию системы. С 25 августа по 5 сентября по всей республике проводится акция «Внимание, дети!». Водителям необходимо будет двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар. 27 числа пройдет единый день безопасности дорожного движения.